Туроператоры Кыргызстана приняли участие в 22-й международной туристической выставке в Стамбуле. На данном мероприятии приняли участие 8 отечественных туроператоров. Участники с первого дня начали активно вести переговоры. По их словам, иностранцев больше всего привлекла кыргызская культура. Большинство людей интересуются нашей культурой и традициями. Все спрашивают о юрте. Наши туроператоры сейчас активно работают, рассказывают о стране и приглашают иностранцев посетить Кыргызстан. Нашей главной достопримечательностью являются горы, чистый воздух. Сейчас никого не удивишь развитой инфраструктурой. Поэтому мы больше акцентируем внимание на чистом воздухе, красоте природы, натуральной пище. С первого дня работы выставки стенд, рассказывающий о нашей республике, привлек максимум внимания со стороны посетителей и участников мероприятия. На нем была установлена настоящая полноразмерная юрта. Рядом играли камбузисты. Уже в первый день настоящая кыргызская юрта, камбузисты и селфи-конкурс стали центром притяжения международных участников выставки. Дегустация кумыза и борсока была предложена кыргызскими туроператорами на стенде Discover Kyrgyzstan. Стенд Кыргызстана получил награду за оригинальность, а организаторы мероприятия признали его самым аутентичным. Мне очень понравилось. Все так красиво. Подобрала красивые кадры и сфотографировала. Я поражена традициями и культурой кыргызского народа. Очень хочу посетить эту страну. Я до этого знала про жизнь кыргызов. Этот дом сразу привлек мое внимание. Прогулялась, пофотографировала. Также в одном городке Турции, Ван, есть кыргызское село. Там я познакомилась с очень интересными людьми. Собираюсь снять много фотографий. Аллах насиб эдерсе, гормек истерим. Орта Азиядан. Я не был в Кыргызстане. Сейчас я очень заинтересован и хочу посетить эту страну. И кыргызы, и турки являются кочевыми народами. Раньше мы на лошадях перекочевали из Центральной Азии в Анадолу, а оттуда до Греции. Однако, несмотря на наше географическое местоположение, мы один народ. Мы братья, так как у нас одинаковые культурные ценности, схожий язык и традиции. Мы попробовали кумыс, получили удовольствие. Все понравилось. Спасибо большое. Отметим, данная выставка является одной из крупнейших мировых событий в сфере туризма. В этом году мероприятие проходит 22-й раз, где приняли участие свыше 100 стран, а также около 600 туроператоров. Кыргызстан смог привлечь не только посетителей туристической выставки, но и канадского путешественника, снявшего о стране красочный видеоролик. Бегиман Джанбекова, Эрмек Раймбеков, Нью-ТВ.